сейчас у вас где компьютер? Компьютер, я там снял его, здесь вот. А, его вообще сейчас? Телевизор. Его вообще нет. А как вы работаете? Так? Как? А у вас? Вот, останавливаешься, когда прокрутишь, когда смотришь за это. А, периодически тормозите, смотрите. Да. А у вас у всех так компьютера нет уже? Или нет, только у вас? Уже все. У него тоже нет? У них давно нет, у меня вот просто надо только снять. А починить, в смысле, не пробовали? Блок там раз. А, там блок. 180 тысяч стоили. Это лет 6-7 стоило так. Да. Одна фартука 67 тысяч. Ага. Вот недавно меняли. А вы вот так всегда вдвоем сидите? Да. Или нет? Да. Всегда? Вдвоем, да, иногда один. Это чтобы заправляться, наверное, удобнее было? Да, КамАЗ один тут заправляет, этот один пистолет возит. Один этот залог возит. Один удобрение. Сейчас эти пшеницы закончатся, я на рапсу иду. И у вас этот посевной комплекс сразу был как вот, 2008 да. года вместе с трактором брали? И как посевник? Трактор и комплекс, и этот, да. Дискатор. 12 миллионов стоило. Ага. Все в комплекте? Да. А сейчас один трактор 20 миллионов. Не почти, а больше. А так вы сейчас, получается, отрегулировать обороты вентилятора ничего не можете? Вообще, вон. А, вы сюда вывели, на этот компьютер? Там много идут. Лоток-то хороший был, блядь, какой-то. Вот. Рычаг приварили, блядь. Металлолом. Молоток хороший. Инструмент даже, можно сказать. В общем, вы по давлению ориентируетесь сейчас, получается? Да, да. А по гектарам у вас вот сколько выходит смену засеять в среднем? Вчера 8-7 было. По 90 чем выходит, по 100 выходит. Смотря какие поля. А по дистопливу сколько вот вы, например, на 90 гектар, сколько? Почти 600 уходит. 600 литров. Почти вот сегодня 600 ровно залил. А сейчас что сеете? Пшеницу, да? Ага. Архат. А так вот вообще, что трактор, что посевник, проблемная техника или нет, как на ваш взгляд? А с посевником что-нибудь делали вообще? Какие-нибудь ремонтные? Что-то выходило из строя, да. Что там, со шлидей в основном? Семипроводов. Расходники? Расходник, да. А ничего такого, гидромоторы вот эти, ничего? Нет, нет, нет. С 8-го года вот не рано. Вот долго. А в сезон вообще сколько сеете? Вот так вот, агрегатом одним, например. Ну, одни прошлые тысячи где-то, 1500, 1600, наверное, посеять. Это за весну или суммарно весной, с озимкой? Весной, и осенью еще 600. Раньше по 2000 сеял я, по 200, по 2200, весной только вот один. Угу. Когда я тебя взял, я просто. Не знаю, вата херня была, блин. Сейчас лучше? Конечно. Тут можно коробку и на автомат поставить. Да. Сам переключаться будет? Да, вот, вот, например, на одежде поставил, вот, на автомат поставил, все. Вот, все, скинул сам. Сам выбирает. Да.
А почему не пользуетесь тогда? Вручную переключаете? Иногда это... Привычнее? А с трактором вообще какие проблемы были или нет? Я так понимаю, что с 2008 года вы так и на нем работаете? Новым получали? Нет, не новый. Нет? За год 8 человек поменял, что ли, тарелки? 8-9 лет. И как, слабые места есть у этого трактора? Ну, у всех есть. Ну, здесь вот, например, что конкретно? Так-то тут больно нету. С 8 года третью форсунку, что ли, поменял только вчера. А ходовая, мосты, я не знаю, редуктора, коробка. Тьфу, ни разу. Вот Нелишевские пригнали, половина уже там моста перекрытия сделана. И двигатель даже не делал еще. Не делан двигатель? Нет. Масло не ест? Нет. Неплохо. Да. А моточасы сколько? 11810. А заправка сиделки сколько? Вот долгая длится или нет? 18 гектар заправка. 18 гектар? 17. А, 17. А по времени сколько заправлять? Ну, смотря какой заправка, там недолго заправлять. Смотря какое поле, блядь, за сколько времени. А вот у вас транспортер здесь на загрузчике стоит шнековый, а там, по-моему, это, да, ленточный. А какой он? Он хуже? А, тяжелый. А по времени вот разница загрузки? Не, я быстрее гружу. Болотце. А он такой был изначально или ему поменяли загрузчик? Все вот этот? Был такой? У меня-то с новья пришел шнековый, а у этих такой уже. Но эти, получается, современнее, ну, в смысле, новее? Современные, да, только на рвутся бы. Удами румянера два раза больше хлебалит. Лента? Да, лента. Я уже тут вот, под 205-й подшипник переделал себе, вон, на вагу. Конус. Ага. А родной, блядь, за сюда на раза два-три меняется. Ну, по гектарно вы, наверное, по-разному сеете, да, в день? Конечно. Вчера у него 74, 76, у меня 87. У него хуже тянет трактор? Нет, это тянет у него, тот не тянул. Просто сам медленнее ездит. А, вот такой.
будет, да.